Это Джон, ты хорошо меня слышишь? Хорошо, тогда скажу прямо. Я видел тебя в деле и остался под впечатлением. Но моя работа постоянно требовать от тебя большего и вывести на пик формы. Поэтому сейчас немного разомнемся, как и договаривались. Начнем с прыжка в Винксьюте. Точка выхода тут неподалеку, так что поезжай-ка ты туда. Помни, ты можешь надеть винксьют в любой момент. Нужно просто найти точку, подходящую для хорошего прыжка. Полет идет гладко. Теперь приземляйся на то место, которое мы недавно приметили. Как только окажешься на земле, сразу же вставай на сноуборд. Хочу проверить, как быстро ты переключаешься между видами спорта. Здесь это придется делать очень часто. Покажи, что ты можешь. Вот это плавность. Теперь отправляйся в базовый лагерь. Посмотри на карту. Это рядом с пиком Тет-Дюдане. Найти будет несложно. Базовые лагеря очень важны. С их помощью можно исследовать окрестности и находить новые трассы. Добро пожаловать в базовый лагерь. Я выбрал именно этот, потому что он находится в центре Аравис. Оглянись вокруг и сразу поймешь. Я присмотрел для тебя в окрестностях одно классное местечко. Самое время отправиться туда. Thank you.
Вокруг много таких мест, но чтобы попасть туда, нужно вычислить лучшую точку для старта. Самое время вернуться в базовый лагерь и осмотреть окрестности. Пора достать бинокль и получше осмотреть зону высадки. Оптика очень полезна, когда нужно отыскать новые трассы или места. Не забывай регулярно пользоваться биноклем. Отличная работа! Новые зоны высадки – это новые испытания. Никогда не упускай шанса разведать интересное местечко. Кто-то из спортсменов говорил мне, что здесь есть сноупарк неподалеку. Как насчет попрактиковаться в исполнении трюков? Собирайся! Говоря, я эту разминку провел не просто так. Хотел продемонстрировать команде Red Bull твой талант. Ведь эти ребята — организаторы Ultra Natural. И тебе удалось произвести на них впечатление. Приглашение у нас в кармане. Собирайся, нельзя пропустить такую возможность блеснуть мастерством. Thank you.
Red Bull сейчас взялись за дело как следует. Они устраивают серию потрясных событий, где соревнуются только лучшие из лучших. И ты среди них. Нужно громко заявить о себе. Поэтому не стесняйся. Делай лучшие трюки. Покажи, чего ты стоишь. Ультра Natural — это только начало. То ли еще ждет нас впереди. Потрясно! Я просил устроить для фанатов незабываемое шоу, и вот оно! Толпа вокруг просто сходит с ума от твоих выкрутасов. Помнишь то местечко, что я подыскал для тебя? Самое время туда отправиться. Пора тебе приниматься за работу. Помни, это твое путешествие, поэтому принимай решение самостоятельно. Но не забывай о репутации. Открывай зоны высадки и находи новые трассы. Рискуй. Катайся круто и стильно. Покажи класс в воздухе и на земле. Ищи испытания от других спортсменов и не забывай про горные истории. Их тут особенно много. Слушайся меня, и я обещаю. Очень скоро ты станешь здесь номером один. А если наберешься смелости, мы можем отправиться на Аляску. Но тогда держись, ведь эти горы не прощают ошибок. Придется как следует постараться. Ладно, как насчет того, чтобы поучаствовать в ряде испытаний, пройти парочку горных историй и заработать себе... имя?
Добро пожаловать в Альпы. Монблан возвышается над этой территорией. Твоя задача — подняться наверх и покорить всех снежных великанов, добравшись до самой высокой точки. Открыть путь на вершину Монблана можно, достигнув уровня 23. Как повысить уровень? Взглянем на регионы на карте. Это фристайл-испытание. Получив за него медаль, ты заработаешь очки опыта. В разных регионах ты найдешь разные виды испытаний. Например, здесь тебя ждет испытание в Винксьюте. Кстати, на карте, кроме испытаний, есть разные задания. Это горные истории. Каждая из них уникальна. Например, тут ты можешь поучаствовать в съемке фильма. За прохождение горных историй ты получишь очки опыта, и твой уровень повысится, а значит, ты откроешь больше заданий. Так, достигнув уровня 9, ты получишь приглашение на 3 невероятных события Red Bull в Швейцарии. Впереди еще много такого. Когда ты доберешься до уровня 25, то откроешь личный вертолет. На нем можно попасть куда угодно. Так, постарайся запомнить все это. А я подберу для тебя подходящее первое задание. Какой сюрприз! Это место станет лучшей стартовой точкой. У меня...
меня отличные новости. Мы только что получили приглашение на одно здешнее мероприятие, которое скоро начнется. Это фрирайд. Никаких ограничений. Отличная возможность продемонстрировать весь арсенал твоих приемов. Вот это здорово! Наконец-то что-то новенькое! Называю удачным днем. We'll be right back.
Я тут король. Я шикарен. На моих землях немало лесов и снежных парков, где можно весело провести время. Прокатись мимо снежных руин близ вершины, что сияет ярко, словно драгоценность. Мир фристайла и фрирайда – раздолье для любого, кто умеет жизни радоваться. Здесь много деревенек, подходящих для безумных трюков и прыжков. И самое главное испытание – 5 колец для храбреца задания. Так давай же, приложи старания и докажи, что тебе хватит таланта пройти его.
Я уж думал, что больше не встану. Давно я так не падал. Не бывает. Поздравляю! Тебе удалось покорить 5 колец и войти в мой зал славы! Но не спеши покинуть меня, задержись еще немного. Уверяю, здесь найдется еще немало отличных трасс.